Вот я сейчас нахожусь в Финляндии, в городе Лапиранта. Вот здесь такой вот специальный автомат для приема сдачи бутылок. Тут даже вот инструкция на русском языке есть. Ну, короче, на всех языках. На шведском, на русском, на финском, на английском, на эстонском. Вот, на 5 языках. Тут сдаются пластиковые, металлические бутылки. То есть вы бутылку вставляете, там штрих-код считывается, бутылка туда падает, вам вылетает чек. Потом вы идете на кассу и с каждой бутылки там идет от 10 до 50 центов, там от зависимости от размера. А здесь вот, соответственно, сдача полиэтиленовые пакеты, картон, батарейки, бумага, влажные салфетки. То есть тут можно все сдать. То есть весь мусор сортируется. Вот. И, соответственно, потом идет на переработку это.